Сейчас буду открывать. И Трампику тоже хочет открывать. Срочно говорит, коробку мне сюда. Блин, там приковали. Блин, откроешь. Просто так. Опа. Опа. Чемодантик. Чемодантик. Боже мой, хороший. Мой чемоданчик. Так, трампик. Вот какой красивый. Ой, мне нравится. Ой, у нее тут тоже есть такая штучка, чтобы закрывать, чтобы никто ничего не уволок. Я довольна. Я теперь взрослый чемоданчик. Чемоданчик, сейчас покажу. Так, покажу. Вот он мне по бедро. Прям хорошо, как и обещали. И он такой легкий, я его в коробке принесла. Просто мне было просто неудобно нести коробку. А так он прям прекрасный. Уи. Идеально. Да, Трампик? Тебе нравится? Полезешь в чемодан? Трампе нравится. Да, сейчас мы еще... Трампе, отползай. Сейчас мы еще его откроем. Я надеюсь. Все, правда. Опа. Так, вот кончилось. Опа. Ну вот, большой чемодан. Блин, сколько тут места всякого. И тут молния. И тут еще молния, и тут резинки, чтобы прицепить его. Тут тоже большое отделение. Трампу сразу тестирует. Тут какая-то карточка. А, это, наверное, что? Как использовать? О, и 5 лет гарантии, кстати. Вот это важная штука. 5 лет гарантии, да, Трамп? Вот. Проверять будешь? Не, не надо проверять. Давай мы им поверим, что они нам дадут гарантию. И тут тоже, кстати, резиночка. Очень удобно. Я довольна, я, как автобус. Теперь можно путешествовать. Опа! Так, и тут еще кармашек есть. Тут еще есть кармашек. Большой. О, кармашек на всю глубину. Так, барахло не нужно. Да, кармашек прям на всю глубину. Отлично. Ух ты, и вот здесь еще, смотри, тут есть цеплялка. Можно сюда тоже замочек присандалить, чтобы никто в это отделение тоже не залез. Но он прям идеальный. Идеальный. Супер лайт написано. Отлично. Я очень довольна. Опа, можно путешествовать.